Парфюмерный дом Дживенши – один из самых престижных и узнаваемых брендов в мире парфюмерии, который прославился благодаря своей элегантности, изысканности и неповторимому стилю. История Дживенши начинается в 1957 году, когда талантливый французский дизайнер Хюбер де Дживенши основал свой собственный модный дом в Париже. Дживенши был известен своим утонченным вкусом и приверженностью к классическим формам и строгим линиям. Первый аромат Дживенши, выпущенный в 1957 году, был назван «Линдельди» и был создан специально для актрисы Одри Хепберн, которая стала лицом бренда и на всю жизнь стала его музой. Одри Хепберн считалась не только иконой стиля, но также и иконой запахов Дживенши. В 1959 году был выпущен аромат Le Dé, который тоже стал классикой французской парфюмерии. За ним последовали другие популярные ароматы, такие как Amarish и Satis, Аканза, Anjou de Maine и многие другие. Каждый из них отражал изысканный стиль и утонченность бренда. Дживенши всегда уделял большое внимание дизайну флаконов своих парфюмов, приглашая для этого известных художников и дизайнеров. Так, флакон для аромата Anjou de Maine был разработан известным дизайнером Серджио Манса и стал настоящим произведением искусства. Сегодня Дживенши продолжает радовать ценителей парфюмерии новыми ароматами, сохраняя свою изысканность и уникальность. Бренд остается верен своим традициям, одновременно удивляя и вдохновляя своих поклонников. История Дживенши – это история стиля, красоты и элегантности, которая продолжает жить и по сей день.